Всем привет, с вами снова Александр, и в продолжении обзоров на новинки от компании Baby Design. Сегодня я вам расскажу о прогулочной колясочке, которая, как показывает, уже несколько дней она стоит в магазине «Первая коляска». Она реально вызывает большой интерес у прихожан в магазин «Первая коляска». И она всем практически всем нравится, потому что у нее хорошее соотношение цены и качества. Эта модель называется Baby Design Look Air. 2019 года колясочка. Прогулочная колясочка, всесезонная коляска. Весит она 9,9 кг и предназначена для детей с полугода, 6 месяцев до 15 килограмм веса ребенка максимально, где-то 3-4 года можно использовать эту коляску. Так, сейчас ценник уберем. Начнем мы с вами ее изучать сверху вниз. Напомню, на лук-версию у меня уже есть обзор без приставки Air. Я добавлю в описании, пройдите, посмотрите. Кто еще не смотрел тот обзор, об этой коляске расскажу вам полностью. Начнем изучать ее сверху вниз, с ручки. Я всегда обращаю внимание на ручку. Мне важно, чтобы ручка была удобная, приятная, тактильно. Обязательно, чтобы это было, ну, не обязательно, но желательно, чтобы это была какая-нибудь эко-кожа. Потому что приятно держать и практично. Долговечная эко-кожа с хорошей ровненькой прострочкой снизу. Ощущается дорого, богато. Так, ручка у нас регулируется в очень большом диапазоне, по большому счету где-то режимов штук 6-7 тут, наверное. Вот, любого, в общем, любого роста человек, родитель под себя подберет высоту ручки. Так, козырек тут реально большой. Вот сейчас он в стандартном положении. Даже можно сказать, вот так он в стандартном положении. Можно чуть-чуть увеличить, вытащив дополнительный козырек спереди. И еще увеличить, раскрыв и добавив сюда новую секцию. Как показывает практика, все используют всегда по максимуму. Здесь также есть у нас смотровое окошко. И окошко прикрывается крышечкой, которая держится у нас, накидочка эта, на магните. Не на липучке, на магните. Магнит обычно бывает в более дорогих колясках. Здесь в этом ценовом сегменте используется магнит. Это круто на самом деле и здорово. Так, смотрите, что касается задней стенки. Хочу сразу показать вам возможность регулировки этой колясочки. Здесь у нас вот нажимаем кнопочку и опускаем. Тем самым мы опускаем ее в лежачее положение. Чтобы поднять, нам здесь ничего не нужно тянуть. Нам нужно просто крутить ручку, барашек вот этот вот, трещотку. И он у нас поднимается. Ну, вы слышите сейчас вот эти щелчки. Кто-то может сказать, ну, может, разбудит ребенка. Ну, если он, вы поднимаете, когда он уже проснулся, наверное. Но если хотите тихо, нужно держать кнопочку и, соответственно, крутить. Будет поднимать тихо. Давайте сразу, пока здесь показываю спинку, покажу вам сразу нижнюю часть, багажник. Багажник тут реально очень неплохой, он большой, он не из сеточки. Порвать вы его навряд ли сможете какой-нибудь игрушкой, лопаткой ребенка. Где-то 3,5-4 килограмма ориентировочно выдерживает багажник. Поэтому даже какие-то небольшие покупки в продуктовом магазине можно сюда смело накидать. Он с этим справится. Кстати, смотрите, здесь используется очень хороший тормоз. Не ковыряем обувью, а нажимаем оба раза сверху. Удобно. Так, сейчас посмотрим с вами сиденье. Сиденье у нас здесь используется большое, вместительное. Точные характеристики в сантиметрах, миллиметрах, килограммах, граммах я добавлю ссылочку на магазин «Первая коляска» в описании. Как зайдете, с правой стороны столбец технических характеристик. Посмотрите там. Я вам рассказываю про ощущения. Сиденье здесь большое, высокое, жесткое, широкое, очень глубокое посадочное место, где-то вот такое. Это редкость, на самом деле, много где, короче. Так, у нас здесь есть подножечка регулируемая. И площадка для ног снизу тоже очень большая, с резиновым
обделанная полностью резиной. Практично, легко помыть, почистить, здорово. Так, что касается безопасности, накладки у нас есть на пятиточных ремнях и на паховой зоне, и на плечевой. Бампер также имеет регулировочку в двух положениях, но, к сожалению, он вынимается, он не откидывается, как калитка, чтобы посадить ребенка. Это вот такой небольшой минус. Что касается, кстати, комплектации, здесь реально хорошая комплектация. Идет фирменный дождевик, фирменный, который садится именно так, как надо на нее, как влитой. И накидка на ножки. Накидка на ножки, где у нас накидка на ножки? Вот она. Накидка на ножки очень полезна у нас, особенно в Питере. Она очень плотная и хорошо закрывает ребенка. Сейчас не буду полностью крепить, но накину, чтобы вы понимали, как это приблизительно выглядит. Вот так вот огибает у нас это бампер. И, собственно, все. Вот так вот козырек накрыли. И, пожалуйста, гуляйте зимой. Ни ветер, ни снег, ничего не страшно. Поэтому так можно утеплить ребенка. И она в комплекте, учитывая стоимость коляски, она недорогая. Ну, конечно, она не стоит 2000 рублей, но она дешевле конкурентов и предлагает лучшую комплектацию. Поэтому и интересна эта модель народу. Вот. Дождевик, накидка, ножки в комплекте. Относим к плюсам. Так, давайте теперь посмотрим у нас на раму. Рама металлическая, очень хорошо собрана. Вопросов к ней никаких. Колеса у нас здесь, приставочка Air, название говорит о присутствии надувных колес и спереди, и сзади. Они камерные, снипелем их надо накачивать. С коробки, когда достаем, они чуть-чуть подспущены, можно слегонца подкачать. Вот, естественно, передние колеса с возможностью блокировки. Амортизация здесь есть и на передней части, и на задней. Поэтому с плавностью хода в модели все отлично. Вот, давайте теперь быстренько покажу, как она складывается. Для того, чтобы сложить, ничего сложного делать не нужно. Нажимаем на кнопочку, и под ребенком есть ремешочек, за который дергаем и складываем. Все, сложили, соответственно, можно передвигаться. Можно снять бампер, и она у нас уменьшится на размер бампера. Вот, собственно, вот такие вот у нас дела, как она складывается. Раскладываем тоже очень просто. Все, раскрыли и поехали. Так, в принципе, по большому счету добавить мне нечего. Все, что хотел рассказать, рассказал. Повторюсь, в описании будет ссылочка на колясочку Look без Air. Можете тот обзор тоже посмотреть. Вот, в двух словах, скажем так, это одинаковые коляски, только у нас отличаются присутствием надувных колес версии Air. Вот. Подытожу. На круглый год, если особенно регион, где снежно, может быть, у нас южные регионы, Краснодар, там Сочи, Ростов, там может быть не сильно актуально надувные колеса, потому что зима не такая лютая. Но все равно для плавности хода резиновые колеса не помешают, хуже не будет. Ну а где регионы более снежные, я бы рекомендовал покупать именно версию с надувными колесами, чтобы вам же легче будет ее катать, ребенку будет комфортнее. Но единственное, она немножечко тяжелее становится из-за того, что надувные колеса, но все равно меньше 10 килограмм – это все равно легкая коляска. Поэтому не страшно. Вот, собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Если вам было интересно, полезен этот обзор, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень полезно для канала, помогает делать вам все больше обзоров детских товаров. И в заключение первой коляски большое спасибо за предоставленную Look Air на обзор. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора прогулочной коляски для вашего ребенка. До свидания.